Я сделал фотографию вчера или сегодня. Я никак не получалось на фоне. Отдельно получается, вот смотри. А, нет, не стал. Вот это вот сувенир Востока, мой суперсорт, сами понимаете. Я держал плоды сувенира Востока, 120 грамм. Она интересна, как Чижик пока был жив и в его саду. Вот. Представляете, ну пусть их было все таких несколько, потом было несколько 100-граммовых, а на отдельных деревьях были 80-граммовые, 90-граммовые. А потом произошла страшная катастрофа, 2000-2001 год. У него из 15 деревьев 13 погибло. Вот. Ну вот он, отбор, пожалуйста. Посмотрите, сегодня у нас 24-е. Фотография сделана, я несколько попыток делал, чтобы, когда видно улицу, не видно, что это цветочные почки распустились. Вот. Я ради улицы выбрал не лучшую фотографию, чтобы вы увидели снег. А когда не у окна, видно прекрасно, что распустились цветы. Это суперсорт сувенир Восток. Ему наши морозы, сами видите, по барабану. То есть фотография 23 примерно числа февраля. Снег лежит, никуда не делся. Вот эта фотография, как вам сказать, вот человек понадел ран, да? Я патологоанатом сделал очень яркий снимок, чтобы вот всех, кто вас учит, заставляет калечить деревья, да, вот с этого возраста начиная, вот с такого. А кто не успевает, я вам ниже покажу, вы сейчас ахнете, вы поймете, почему я это решил не скрывать больше фамилию это, и название Тимирязевки. Если вы видели, как они учат, это будет чуть ниже, вот. А вот это так и останется. Пройдет несколько лет, и книга станет не бестселлером, вот это. Учитывая маленький тираж, она станет раритетом. Вот. Ладно, поняли, да? Как туда забирается мороз? Почему никто не видит?